нас посетила долгожданная делегация из головного офиса в городе Чаджоу. А это начальник отдела продаж Ольга Петрухина. Носите кольцо. Хотите, чтобы я эффективно вышла замуж? Нет, дорогая, не эффективно, а по-настоящему, с перспективой рождения двух или более детей. Мне они все не подходят. Речь идет о выживании, Оля. Ну, ты готова на авантюру ради нормального мужика? Ну, в рамках Уголовного кодекса, да. Документов нет, его никто не ищет. Появляешься, говоришь, что ты его невеста, все. А когда он все вспомнит? Если он все вспомнит. У меня амнезия. Женщина, вы сдурели. Это статья. А у тебя здесь очень мило. У нас. Это я, твоя невеста, Марго. Если другую нашел, пусть сразу удочки сворачивает. Рыбак недоделан. Это нечестно. А может быть, вы жулик и хотели обманным путем завладеть охотничьим оружием? Обычный зажиравшийся московский торгаш. Я хочу его вернуть назад, к тебе в больницу. Обмену и возврату не подлежит. Ко мне возвращается память.